Помнишь, как открывать? Да, на себя. Три дуба возле площадки. Она успеет два. Это часики. Учиться определять время. Семь, восемь, девять. А как будут часики по-английски, Денис? Как будут часы по-английски? Клок, да. Ну что, пойдем на тарзанку? Ты хочешь на змейке? Да, змейки. Угу. Кто попробует на змейке покататься? Ты будешь пробовать? Я. А там еще есть лежак. Хочешь полежать? Вон он, такая сетка. Иди туда. А ты могу купить. Угу. Да, или такая пирамида. Можно залезть на самый верх. Помнишь, ты залазил? Помню. Я в прошлом году. Самый верх. Ага. Ну как, нравится тебе? Нравится. Можно раскачивать, как качелю. Ну что, здесь лабиринт? Сможешь найти путь к сыру? Пробуй. Нашел? Нашел. А это просто было, да? Да. Мышка дошла до сыра. Еще покрутить? Давай еще покручу. Запустим кораблики. Запустим. Давай запустим. Тут есть такой ручеек, мостик. Смотрю, течение довольно-таки быстрое. Давай посмотрим с этой стороны. Только нужно быть очень осторожным. Давай. Вот там. Речка. Будем смотреть, как он плывет. Бросай. Оп. А вот он повернулся, правда? Оп. Видишь, сегодня быстрое течение. А сейчас его ветер подгонит. Идем здесь посмотрим. Здесь есть тут такой мостик пешеходный. Ага. Ну что, приплыли они сюда? Пока не видно. Может, они уже и под мостом, и дальше уплыли. Потому что течение сильное, и ветер есть. С той стороны есть? Они там. Там, да? Нет. Ага, только расправь его осторожно. Получилось. Ух ты, и плывет. А, ну все, он под мост и туда дальше. Отлично. Застрял? Ну, может, да. Это район называется, этот район Гроув Парк. Ага.